это был обычный день в Понивиль. Настолько обычный, что Дискард немного заскучал. Он знал, что это будет уже слишком, но все равно решил проникнуть в библиотеку Твайлайт и проверить кое-какие книги. Их было так много. С чего начать? Вскоре его внимание привлек большой том в кожаном переплете. Он был толстым, красивым и непреодолимо звал его. Что это было? Тревога в библиотеке. Дискард полез в книги, которые ему не стоит трогать. Это добром не кончится. Нам нужно отправиться туда, пока не поздно. Нажми на экран, чтобы прыгнуть. Еще чуть-чуть. Мы очень спешим, поэтому постарайся избегать препятствий и ям. Здорово! Удерживай экран, чтобы прыгнуть дальше. Нажми на экран дважды для двойного прыжка. Отлично! Здорово! В том, чтобы быть Пегасом, есть свои преимущества. Флаттершай может взлететь высоко в небо. Проводи пальцем вверх и вниз по экрану, чтобы управлять полетом Флаттершай. Здорово! У тебя получилось! Слишком поздно. Это худшая книга, которую мог взять Дискард. Пони, у нас серьезная проблема. Дискард освободил древнюю магию, которая вытягивает из мира все цвета. Нам нужно использовать магию дружбы, чтобы все исправить и поскорее. Давай начнем с этого вихря. Похоже, что это миссия. А для кого хочешь? Твайлайт Спаркл, скажи прощай надоедливым препятствиям с волшебным взрывом Твайлайт. Давай покажем этому вихрю, на что способна принцесса-единорог. Ух ты! Сила магии! Флаттершай. В том, чтобы быть Пегасом, есть свои преимущества. Флаттершай может взлететь высоко в небо. Парень, как орел, Флаттершай.
выше, выше и далеко-далеко. Краше. Становится все сложнее. Пора улучшить радужные способности. Ты можешь улучшить радужные способности с помощью силы пони, собранной в ходе забегов. Каждый новый уровень делает пони еще более потрясающей. Просто выбери способность, которую хочешь улучшить, и бум! Легко, правда? Пора выбирать пони. Эпплджек. Яблоки падают с неба, чтобы сразить все на пути Эпплджек. Эпплджек, пора выдворить этот вихрь из города. Это дождь из яблок. Дружбы всегда побеждает. Мы только начали, а Понивиль уже стал краше. В другой части Понивиль есть вихрь. Ты можешь переместиться прямо туда, нажав на значок с краю экрана. Мы можем справиться с этой проблемой с помощью магии дружбы. Вперед! Ты можешь улучшить радужные способности с помощью силы пони, собранной в ходе забегов. Каждый новый уровень делает пони еще более потрясающей. Пора выбирать пони. Twilight Sparkle. Скажи прощай надоедливым препятствиям с волшебным взрывом Twilight. Абракадабра, взрыв!
Ух ты! Сила магии! Ты лучше всех! Она может справиться с этой проблемой.